Всем привет, меня зовут Катя. Добро пожаловать в мой рукодельный дневничок. Сегодня я снимаю заявку на участие в СП «Мой любимый Dimensions» от Аллы Белочки. Я не большой фанат этой фирмы, но есть несколько дизайнов, которые мне у них очень нравятся. И так получилось, что я давно искала свадебную метрику, и один из дизайнов именно этой фирмы мне очень понравился. Вот так вот он выглядит. К сожалению, я не нашла набора, но я нашла схему. Схема в свободном доступе. Вот она у меня уже склеена из 4 листов. В ней есть ключ. Я приобрела отдельно кусочек канвы Аида 18 каунта. У нее такой нечистый белый цвет, она немножко такая серовата под такой под мрамор. Я запяли ее на куснапы и чуть позже покажу вам буквально первые крестики. Нитки я подбирала из своих запасов. Нитки в основном ПНК. И храню я их вот в такой коробочке. Вот они у меня все тут ниточки, какие получились. На бобиночках. Бобинки самодельные. Можно видеть. Вот на самодельных бобинках. И я приготовила еще металлизированную нить гаммовскую. Очень хочется добавить ее именно вот в рамочку. Вот именно вот в эту рамочку. Надеюсь, что хорошо получится. Ну и также в этой коробочке тут нитка вдеватель, иголочки, магнитики и ножнички. Не переключайтесь. Буквально мгновение, и мы вернемся и увидим мои первые крестики. Еще немного хочу сказать о схеме. Вот здесь есть текст, где написано «The world is full of beauty when your heart is full of love». Я планирую этот текст немножко сдвинуть, чтобы он был по размеру чуть-чуть компактней, а внизу написать дату нашей свадьбы. При этом имен, наших имен с мужем на метрике не будет. Время уже вечер, но очень хотелось показать вам, какая красота получается. Дневного света нет, но вот на улице снимаю. Добавила в черную нитку блестящую ниточку гаммовскую. Ну вот видно, что переливается, да. Вот так вот. В общем, первый шаг сделан. Здесь три ниточки за сегодня вышито. Всем ровных крестиков и удачи в участии в этом СП.